Здравствуйте, дорогие друзья! Псалом 146 из книги Тейлим. Философия этого псалма изложена в словах, что все, что во Вселенной происходит, совершается Богом. И спасают из беды, которая происходит иногда, к сожалению, с людьми, не люди, но тот, чей приказ они выполняют, и поэтому надо обращаться к нему, а он уже пошлет человека или ангела, чтобы спасти. Входит в утреннюю молитву Псухей де Зимра. Очень этот псалом, он повторяется. Что пишут в древних книгах? Первое. Отличение порезов, ножевых ран, резанных ран. Вот от такого очень помогает чтение этого псалома. Для защиты от людей, которые хотят тебе навредить. Для безопасной дороги, когда ты хочешь, чтобы тебе не навредили в дороге. Во время войны, когда ты хочешь, чтобы от тебя ничего не было, пишут три раза десятый пасук псалма. И еще отдельно псалом целый. Что еще? При ранении мечом, в древних книгах написано, чтобы спасти от смерти во время войны. Написано, чтобы хорошая молитва это на каждый день. Главное, что написано, в книге написано, что этот псалом удивительным образом побуждает человеке желание приблизиться к Богу, к соблюдению Торы, к завершению добрых дел. То есть получается, что этот псалом цены не имеет. Брахавецлахав.